подарить мужчине на 23 февраля? Тут есть над чем поломать голову. И если у вас пока нет подарка, то следующая рубрика может помочь. Вот уже многие десятилетия в преддверии 23 февраля электробритва вне конкуренции. Самый популярный подарок. Вот только выбрать ее, тем более нам, женщинам, не так просто. Давайте вместе разбираться. Итак, существуют две основные бритвенные системы. Сетчатая со встроенными вибрирующими лезвиями, а роторная с вращающимися головками. Считается, что роторная больше подходит для бритья короткой щетины, но зато сетчатая меньше травмирует кожу. У роторной бывают две или три, вот как здесь, вращающиеся головки, а у сетчатой может быть и одно лезвие, хотя, в общем, чаще два. Для чего вообще нам нужно это знать? Оказывается, что чем больше бритвенных элементов, тем чище и качественнее бритье, но и цена прибора выше. Еще нужно разобраться, как часто будет использоваться бритва. От случая к случаю или все-таки каждый день. Если каждый день, наверное, стоит взять с возможностью влажного бритья, то есть с использованием крема. Такую бритву очень легко мыть, и, кстати, ее можно взять с собой в дорогу. Но для дорожного варианта важнее обратить внимание на емкость аккумулятора и скорость зарядки. К примеру, вот у этой бритвы аккумулятор будет заряжаться 1 час и работать она будет 10 дней, при условии, что бриться вы будете по 3 минуты в день. Ну а если ваш мужчина носит бороду или усы, нужно выбирать бритву с триммером. Это такое специальное устройство для стрижки и подравнивания волос. Ну и для комплекта выберем средство для бритья. Вот только нужно уточнить, какой у вашего мужчины тип кожи. Для чувствительной кожи нужно брать гель с успокаивающими добавками. Ромашка, алоэ, витамины. А вот некоторые производители добавляют еще соединение силикона. Это чтобы бритва лучше скользила. Что касается средств после бритья. Для жирной и нормальной кожи можно взять спиртовые лосьоны. Такие мгновенно дезинфицируют, освежают, но не подходят для сухой кожи, потому что могут вызвать красноту, ощущение стянутости. Поэтому здесь лучше увлажняющие средства. Но помните, что любой лосьон он должен либо не иметь запаха, либо сочетаться по запаху с парфюмом мужчины. Ну и, конечно, в подарок нужно вложить свои чувства, тогда угодите наверняка.